Говори свое последнее слово и прощайся с этим миром! Эх, прощай, ВСРП номер один и номер два. Что еще за ВСРП номер один и два? Ты что, еще не активировал бонус на ВСРП, где тебе дадут 500 рублей на донат-счет? ВСРП лучший Dark RP сервер, и вот почему. Здесь ты можешь стать бандитом. За войну кланов можно заработать реальные бабки. На сервере имеются уникальные машины и система тюнинга с автосалонами. Лови промокод старт на 500 рублей. Ссылка на сервер в описании. Встретимся в игре. А, ну понятно, очкушник ты его, значит, фит только в игре может его. Время записи ролика немножечко похрумкать. Думаю, вы будете не против. Давайте почекаем снова правила Criminal Abuse. Очень известное правило по моим роликам. Столько тел подлетало за него. Фрипуш убрали? Не убрали. И за него дают до часу, блять. Джайла. Вот это веселуха. Ну что же мне покажет Мухосранск сегодня? И кого мне он покажет? Что-то он как-то высоко его держит, не думаете? Ну ладно. С оружия я вряд ли кого-то смогу убить. Вы спросите тогда, а зачем оно тебе? А мне важно, чтобы действовало правило ФРРП. Если чел будет это правило нарушать, то я смогу его наказать. Наверное, кто-то подзабыл, но у меня не фрагмувики какие-то, не лучшие моменты, а прежде всего докапываться до людей. Если есть за что докопаться, конечно. Ну и самому иногда тоже отлетать за нарушение правил. Если я что-то нарушаю, конечно же. Здорово. Салам алейкум. Как дела? Нормально. Нормально. Автодилер загружается. Что я могу взять тут из машин? Лям есть. А, восьмерка 30 лямов стоит. 30 лямов восьмерка и чайник нахуй 48. УАЗ, блять, стоит как чайник. Так, машину я себе хуй куплю за миллион. Надо где-то бабки, я не знаю, где их делать. Может, за мэра воровать, да хуй ли он денег. Мэр закончил обращение, спасибо всем, кто там был. Опять на обращение хуйня какая-то, да, которую он не выполнит. Что ты делаешь? Ребят, он, кажется, за нами едет. Буду. Сука, что за хуйня? А хули я нахуй на улице? Вип-место, скажи спасибо, блядь. Все, чел в заборе, нахуй. Хочу кушать. Я много куплю. Я только заехал, что-то еще. Но я много куплю, все, что осталось. Мне еды надо, много. Сюда. Что ты хочешь? Сюда. Кошелек или жизнь? Старая ведьма. Че, бедный? 5000. Все, молодец. Открывай двери. Ничего не помнишь, ничего не знаешь. Помоги, брат! Охуеть. Так, а как... Менты чё вообще? Менты сковали, прикинь. Все, я тебе рот завязал. Открой еще раз. Открой. У меня замок закрыт. Все открыто, садись. У меня замок закрыт. Все открыто, садись. Короче, раскидываю вам вкратце насчет этого очень старого байта. Я уже его придумал около года назад, когда только начинал играть на Мухосранске. Суть в том, что ты типа не можешь залезть в открытую машину. Якобы пытаешься в открытую машину, не можешь залезть, дернуть ручку и сесть в машину, не получается вообще ни в какую. Потом все-таки владелец тачки задумывается, а может быть реально баг какой-то. Открою-ка я машину, вылезу из нее и попробую залезть обратно. А нихуя. Dark RP тело, которое захотело просто покататься, берет и пиздит у тебя тачку и уезжает во свояси. Вот смотрите, что дальше будет. Не открыто. Да не садись с водительской стороны. Заскамить, блядь, хотел на машину, пиздец. А нет, слышь, давай, вылези с машины, давай, подожди. Врач, вылези. Вылези, все будет нормально. Вылези с машины, открой дверь просто. Раз он не может залезть, сделай так, как он просит. Зуб даю. Я тебе дал бы два, но у меня их вообще нету. Какие нахуй дела? Ну что ты сделал нахуй? Зачем ты это сделал? Блин, а что делать? Ничего не делать. Игру нахуй удалить, долбоёб. Блять, оставь машину, нахуй ты ее просто берешь, а типа поебланить на ней. Зачем ты это сделал? Почему бы нет?
Ну смотри, это нон-РП, я тебе сразу говорю, ты улетаешь. Все, до свидания, это нон-РП, чел. Выходи. Все. Все. Я же тебе говорил, все нормально будет. Да, все. Да, мои добрые дела не оценил никто. Ты дура на админе. 60. О. Ну эти приехали уже, видать. У России две беды, дураки и дороги. Что? Говорите. Чё? Я говорю, у России две беды всегда было, есть и будет. Дураки и дороги. Проверьте его на наркотики. Странно говорить. Почему? Ага, я нормально говорю. Не-не-не, мне сотрудник указал. Ага. Приказываю остановиться. Сотрудник раз, под мефом у тебя, блядь. Два. У тебя сотрудник, блядь, под мефом. Три. Чё, ты в меня стрельнешь, три. Нахуй? До пяти считаю, стоять. Ну, давай сюда отойдём. Стоять ровно. Так, а чё вы меня проверять-то, зачем проверочка будете? Проверочка на нарк. А у вас чё, пистолет? Да, он мне оружием угрожал. Он мне оружием, блядь, угрожает. Кого ты подослал ко мне, блядь, разбирайся с ним. Я из-за тебя не слышу. Да мне поебать, блядь, ты мне стволом угрожаешь, будучи медиком. Какого хуя? Это игрушечный. Да, докажи, блядь. А я даже не стрелял, я даже не... Ага, а ты же сказал, будешь стрелять. Вот, вот он, вот он, вот он. Какой красивый. Достаньте обратно. Не, какой пистолет? Нету, нету. Ага. Плюс на НРП. Нет, а у меня нету. Кто-то его подобрал, упал куда-то. Нет, так нет. Куда? Не-не-не-не-не-не. Я могу вам помочь с задержанием? Ломаем он ему ноги. Я попал! Ай, зачем по мне попал? Хорошо, что у меня бронежилет. Вы будете арестованы за непочинение. Так я ж в ногу стрелял. А у вас есть лицензия на пистолет? Да, конечно, вот, посмотрите. Ага, все, пожалуйста, больше так не используйте пистолет, а то у вас еще... Я же это, помогал задержанию неадекватного. Надо его заджарить. Наследство деньги получит. Это да. 30. Ой, спасибо тебе, начальник, спасибо. Не хочу за финансирование пришел, что зачем? Заходите. Я тоже хочу финансирование получить. У меня пивной ларек, сука, мне финансирование нужно. Выйдите, пожалуйста. Меня тоже вызывали за финансирование пивнушки моей. Меня выгнали, не хотели давать финансирование для моей пивнушки. Возьму АКМ. На благое дело. Идет набор в группировку «Феникс». Мы возле мэрии в сером здании. Туда уже менты приехали проверять. Нихуя себе. А чё такое, чё со стволами? Сама иди нахуй. Это моя банда, я тут мами босс. Какая нахуй твоя банда? Ты должностное лицо, какая нахуй банда? Ага. Так. И чё? Что ты делаешь? Нахуй иди. Нахуй сама иди, дура. Отсюда. Беззубая тварь. Дарья. Мы тут наркотой барыжим. Че, еще сколько раз мне а сюда А ты мешаешь? Я не Дарья. Вали нахуй отсюда, проститутка. Давай, 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 всратая бледина. Не. Это так не работает. Окей, видать, работает. Ну ладно, окей. Никита Аштан. А, ребят, можно себя выкупить? На него что, формы не хватило? Ну да, не хватило. Можно себя выкупить? Выкупить можно себя? Выкупить? Где этот? Сейчас мы до главного доведем тебя. Хотя я по факту главный, но у нас еще один главный есть. Нам нужно посоветоваться друг с другом, да, там, понимаешь, что такое. Сейчас. Там просто недоразумение вышло такое, то что СК провоцирует всех и сажает. Я извиняюсь, что это прерывает твой брифинг, подождите, помолчите, пожалуйста, как там вас там, вот так вот. А, слушайте, вот подскажите мне, пожалуйста, что с ним делать? Ну, что, выпустим, он как-то выкупиться хочет, залог хочет там себя внести, там что-то говорю. Нет, залоги мы не принимаем, он идет вон туда. Если не хочет, то пусть не работает. Откройте ФСИН. А,
Эй! Работать хочешь? Там кивни два раза головой, если хочешь. Там, не знаю. А вот это типа ты хочешь, да? Вау, теперь говори. Теперь можешь. Будешь есть, работать? Короче, делюга такая. Есть делюга такая интересная. Я вам двоим отдаю. Сколько? Ну, я не знаю, ну, например, по полтосу каждому нормально будет? По полтосу у меня двоим будет, этому будет. Ну, хотя ладно, давай. Ну, да. Сотка на двоих, смотри, и... Новичочек, пойдем. Да, давай, знаешь, как сделаем? Да. Смотри, я даю сотку, получается, и сколько там на выкуп нужно меня? Сейчас гляну. У тебя 70 за оскорбление вроде бы. Ага. Дается. Ну, типа, подожди, зовут. Сейчас, я сейчас даже посмотрю сам. Да, 70. Ну смотри, 170 давай. Даю, выкупишь меня тогда? Ладно. Давай, отлично. Похуй на бабки, я еще заработаю. Все, сейчас, постой, я тебя освобожу. Давай, я жду. И надеюсь, не кинешь. Адвокатом. Надеюсь, не кинешь. Все, давай. Да ты чё? Я-то... Да ну, все, давай, сейчас я поеду. Ну, может не кинет, может кинет, хуй его знает. Ну, а так дела и делаются. Цыгану респект. Работы, администрация. И тэпаем чучело сюда. Следственный комитет. Ку, у тебя нон и фри полис. Почему же? Объясни. За госаппарат бегаешь, оскаешь людей. И неадекватно себя ведешь. Признаю, прости, П. Ага, понятно. Какие нахуй 7к секунд? Если вы дадите мне лицензию, я уберу свой голос против. Это вы за меня убедите оружие, я помогу вам, я стреляю. Сейчас скажут, фирер П нарушил. Сидит. А что мне, блядь, делать? Бегать с ними? Ребят, я так понимаю, за лицензией прийти завтра, да? Да-да-да, завтра лицензия. Блядь, я просто за лицухой пришел. Какого хуй? Мне сыкотно вставать, меня ж убьют нахуй. Это не ты у меня сумку спить? Опа-опа, терки, назад. Сейчас, подожди, кидани меня тут где-нибудь, я сейчас к ним сбегаю. Там нет никакой сумки, там же нет... Там сумка непростая была. Пойдем за сумку поговорим, пойдем. Ну ты хочешь, чтобы мы ее нашли, да? Да ладно уже, похуй, зачем напрягаться, я думаю. Слушайте, а нахуй ты время тратишь тогда наше? На ограбление пойдем. Че ты время тогда тратишь наше? Пошел за сумку какую-то разговаривать, теперь уже похеру. Да он по-любому уже съебался, его там убили где-то. А, охуенно, то есть мы просто так время тратим? Да не, погнали на ограбление. На кое ограбление? Только что хотел решить проблемы с сумкой, теперь она тебе уже не нужна, нахер мы тогда тут стоим? Нам от этого какой толк? Погнали, отсюда. Да ладно, погнали. Погнали, блядь, погнали, 10к сюда скидывай и шуруй куда хочешь. А, 10, но без проблем, но есть. Ну все, стартуем. Да у меня оружия нет, ребят, у вас не будет, кстати, оружия. Все, стартуем. А тебя как вообще зовут, а то мы так познакомились, как-то странно. Серега Гидроцефал. Понял. Я не запомнил, но ладно, будем знакомы. Меня не на особо долгий срок хватает для игры за какую-нибудь криминальную профессию, тупо потому, что вот эти все лицом к стене 5, 10, 15, 500 тысяч на пол вообще мне никакого удовольствия не приносит в плане геймплея. Это неинтересно, это однообразно и это скучно. Я в это переиграл в 16, 17 и так далее годах. Но некоторые скажут, ведь можно сделать, как у других людей, какие-нибудь интересные криминальные синдикаты с кучей РПшек и прочей хуйней. Можно, конечно, но игра не стоит свеч. В смысле не стоит, ведь можно абсолютно спокойно сделать любой клан на любом Dark RP серваке, набрать туда кучу тел и этим мясом пойти договариваться с мэром о том, чтобы тебя не трогала полиция и твой клан тоже. Вот она самая гениальная РПшка, которую можно придумать в Dark RP. С другой стороны, если отталкиваться от этих, сука, заезженных и мне уже противных мемов про 5к, а чем еще заниматься в Dark RP, кроме как просить 5к, ставить маники и рейдить друг друга, или же обороняться от рейдов полиции? И тут же с другой же, сука, стороны, Dark RP ведь ничего более трех фракций не предлагает с однотипным геймплеем. Ну, например, вот эти госаппарат, бандиты и мирные профессии типа торгашей, врачей и так далее. За бандитов ты либо грабишь, либо рейдишь кого-нибудь, либо защищаешься от ментов. За ментов ты либо арестовываешь, либо рейдишь бандитов. А за мирные профессии у тебя начинается сезон терпения. Ты просто впитываешь все рейды от бандитов, проверки от госов, пытаясь накопить себе на оружие, чтобы стать бандитом. Наверное, кто-то в комментариях напишет: «Ты забыл про четвертую фракцию, и это Umbrella». Извините меня, но она нахуй не нужна на Dark RP по большей части. Какой от нее толк?
Я, как человек, который снимает видосики под РКРП, вижу для себя одну лишь только единственную пользу от этой фракции. Снять какой-нибудь видосик о том, как я заражаю весь город неизвестным ранее вирусом. Все, на этом профит от Umbrella для меня лично заканчивается. Ну да ладно, я заебался быть криминалом и просто беру себе госпрофессию. Погнали. Я себе полетел на мопеде Альфа. Доехал. Здравствуйте, вы зовут Пупы? Да. Маловато. Мне говорили, что деньги. Не здесь, вон там. Вон там деньги дают. Вот тут. А? Вот тут гражданские деньги дают. Вот тут гражданские деньги вот там дают. Вон а выплаты углу. Переселенцам с Харькова дают? Можно выплату мне? Вон в том углу выплаты. Вон в том. Министр финансов, я к Путину обращаюсь. Можно выплату мне? Люди! Я не могу выйти. Владимир Владимирович, выйдите вон туда, там выплаты дают. Алло, вот. Вон в том углу. Читать, смотреть, учитесь. Владимир Владимирович, ваши эти гвардейцы, они пидоры, блять. Не оскорбляйте, пожалуйста. Долбоёб всратый. Ты чё ебало открыл своё? Оскорбление, госсорок. Росгвардия калечит бедных людей. Закрой ебало. Гражданский, остановитесь. Остановитесь, гражданский, стойте. Встаньте лицом к стене. Оба. Комендантский час. Встаньте лицом к стене. Повышенная преступность. Ну, только он только начался, мы только идем домой. К стене лицом, встаньте оба. Там только начался. К стене лицом оба, встаньте. А, да. К стене, вы тоже. Вы тоже. Проверяйте. Ты вообще что ли? Проверь быстрее. Свободно. Там свободен. Поуважительный с госсотрудником. Пошел нахуй. Ну, с дороги отошел. Иди. Иди нахуй с дороги. С дороги. Выйди из машины. Кого я ебанул вообще? Я двоих заебашил. Пиздец. Я хотел одного попробовать кого-то выцелить, а получилось, что я двоих уебал. Ну давайте, ЖБ подавайте. И ведь можно было просто спокойно дать себя обыскать и уехать потом на машине. Я вообще заметил то, что почти каждый второй челик, который имеет хоть как-то машину или же машину знакомого, они слепо уверены в том, что если они сидят в машине, то это чуть ли у них не танк в личном распоряжении, который впитает весь урон, это первое. То, что на нем можно уехать куда угодно, это второе, от кого угодно третье. И вообще, если ты сидишь в машине, то правила для тебя не писаны. Но что по итогу выходит только пока? Тот челик, который спровоцировал полицейского, получит нон-РП. Водитель же отделается легким испугом, а также респавном. Не садите меня, пожалуйста. Дело в том, что... К стене встаньте лицом. Сайга у вас. Лицензия на нее есть? Мэр не хочет меня принимать. Понял. Беда, свободно. Печаль, к стене. Так ты меня убил за что? За то, что я ехал. Я кого-то убил, я такого не помню, к стене лицом. Я не слышу, подожди. К стене лицом. Ну, за что ты меня убил? Лицом к стене. Нападение на... Ты меня там зачем? Сука, лицом к стене, пожалуйста. Ты мне скажи, за что ты меня убил? Ну, обыскивай. За что? Эй, зачем? К стене. За что? Он только начался. Неподчинение. В каком час только начался? Открой! Нет! Я душу мать, блин. Извините. Вышел. К
Ты не встал, блядь. Сколько тебя, сука, просить, идиота. Нет, он меня убил. Он меня бил, избивал. Лучше меня убейте. Не-не-не. Лучше убейте меня, чем это. Не-не-не-не. Ну не мешай, задер. Я выстрелю сейчас. Я сейчас выстрелю, нахуй. Вы провоцировали ГОСа и оскорбляли, и не вышли из авто. В смысле, я провоцировал, никого не провоцировал. Ты демку пересмотри, я не знаю, что там у тебя. Демку я могу пересмотреть. Я тебе ни слова не сказал, я просто говорил, чтобы ты ушел оттуда с дороги. В итоге потом поехал, потому что я реально не уходил. Затем ты начал... Твой друг спровоцировал полицейского, оскорбив его. И вы уехали и не слушались приказа выйти из машин. Кто оскорбил? Семена, друг твой. Это не мой друг. Типа, ладно, если бы ты его убил, но не меня. Жди тут. Но, слушай, я не могу понять издалека, куда я конкретно попадаю, если стреляю по машине. Ну, это мои проблемы, скажи мне. Причем тут проблемы? Вышло так, как вышло, не надо было язык распускать, все. Дальше я проверяю демку на предмет того, что я наказываю тех игроков по тем нарушениям, которые они реально совершили. А то было бы не особо прикольно, если бы я закинул в бан вот этого БЗК, просто потому что он якобы ливнул, хотя ливнул второй человек. Но и это, как обычно, не обошлось без всратых админ-разборок, где меня пообещали уже снять, может быть, тысячный или двухтысячный раз, я, если честно, не ебу. Опять мне сказали о том, что я разбираю свои жалобы, какой же я, блять, негодяй, позволил себе это сделать. У тебя НЛР и ФРРП. А почему у меня-то, скажи? Тебя ты убили? Не дал мне уехать. Ты, в смысле, не дал домой. Мне уехать? Ты мне не дал тебе уехать, сказали выйти из машины, ты просто взял и уехал. Все, что ты за херню? Что еще раз? Что ты несешь? Тебе сказали выйти из машины, ты не послушался приказа и уехал. Как ты не говорил этого, алло? Я говорил это. Выйди из машины. Нет, ты обыскал нас. Я взял машину и уехал. Внимательнее. Ты стоял на дороге. Не вижу смысла объяснять, что... Ты микрофон все купи нормально для начала. Оба на вашего администратора. Какого? Да на меня жалоба. Сейчас скажу. Имя его. Вон он, вот этот вот дурачок. Смотри, рассказываю. Я тебе зубы нахуй повыбиваю, тварь гнилая. Иначе что будет? Что будет иначе? Долбоеба всратого кусок. Закрой пасть нахуй свою, дебил обиженный. Не, это просто конченый. Короче, смотри. Конченый, блядь. Еще что расскажешь? Ты можешь его замутить? Ты мне, блядь, бегал полторы минуты, спрашивал, за что я тебя убил? Че еще расскажешь, кусок хуйни? Недоразвитая свинья ебаная. Это этот конченый человек обыскал сначала нас. Комчас только начался, чтобы ты понимал. Ну, типа, я такой, ладно, встал к стене, он меня обыскал. В итоге я взял машину и поехал уже домой. Пусть рассказывает. Он начинает стрелять. Типа, ну, сначала он не отходил от дороги, мы не уехали, не знаю зачем. Потом начал палить, меня убил. Я пошел уже туда, обратно. Потому что это конченый человек вообще. Я думал, не стану писать меня, ничего. В итоге он второй раз меня увидел. Начал уже арестовывать меня, типа... Бана, иди. Я убегал от него и все. Ну не суть, короче, суть в том, что эта мразь просто убила ни за что. Хотя он типа орет то, что он говорит, выйдите из машины, хотя ты сам слышишь, его микрофон конченый. Ты что-то за микрофон мне, сука, чешешь, хотя ты прекрасно слышал, что тебя просили лицом к стене встать, что за хуйня? Ты со мной еще спорить умудрялся, комендантский час только начался, бедолага блядский. Слушайте, вы донатный или нет? Ну, считай донатный. Будем так считать. Вы донатный, да? Да, просто мне вот интересна логика таких овощей, как он. Ему, то есть, нарушать можно правила бегать? А мне почему-то нельзя этого сделать. Хотя я тут вряд ли что-то нарушил. Я сомневаюсь очень сильно в этом. Ну, то есть, вот это тело, оно в комендантский час, он когда начался, он стоит в автосалоне. Я их прошу встать лицом к стене. Они мне сначала рассказывают, что он только начался, но я ж не говорю, что я буду их прям сразу арестовывать. Мне просто проверить их и все, я имею на это право в качеду. Да, нет. Из-за войсмода админ ничего из того, что я сказал, не понял. Нетрудно, кстати, переключить войсмод на более понятный и еще раз это все проговорить. Зато охуеть, как трудно дать оценку этой ситуации, будучи админом, которого как раз таки просят поучаствовать. Ведь куда проще отмахнуться, сказав, чтобы чел шел на форум и просто съебаться, хотя можно было решить все здесь и сейчас. Да, я вообще вас не понял, если честно.
Ну смотри, Качей идет, я подхожу и хочу обыскать. Твой челик этот, брата-сын твой, он берет меня, оскорбляет, типа, посылает. Мне, по-твоему, как реагировать на эту хуйню? Ну, это не проблема, что он тебя послал. Да в смысле не твои проблемы? Он с тобой в машине сидит. Каким хуем это не твои проблемы? В твоей машине сидит чел, который оскорбляет полицейского, и чего ты будешь еще ожидать? Я достаю автомат и начинаю вам угрожать, чтобы вы вышли с машины. Вы берете, просто уезжаете. Я считаю это как неподчинение госсотруднику, провокация, непонятно на что. Расстреливаю машину, оказывается, то, что я ебанул сразу двоих додиков. Потом ты возрождаешься, с вокзала прибегаешь, и мне лечишь за то, что ты нахуя меня убил, за что ты меня убил? Пиздец, поплачь, чел. Тебе потом говорят опять встать лицом к стене, когда уже время для ареста приходит, то, что тебя можно арестовать спокойно. Ты, ну, не слушаешься тупо, ты встал к стене лицом, тебя обыскали, тебя хотят заковать наручники, ты убегаешь, метров 300 ты пробежал, прежде чем тебя расстреляли. Ты пытался в машину таксиста сесть, ты пытался оббежать эту машину таксиста, чтобы тебя не ударили палкой. Ты что, совсем ебанутый? Кто так еще конченый? Всего не было, если бы ты меня не убил. Ну, и что? Что? Зачем ты меня убил? Я не понимаю. Типа, я тебя вообще... Что мне еще с тобой? Мне за тобой с дубинкой бегать пешком? Ты что, совсем башкой не думаешь, блядь? У тебя... Тебе мозги негры хуем перемешали? Или как ты вообще мыслишь? Мне вот интересно. Как мыслит чел, который играет на Dark RP и провоцирует со своим другом, знакомым, похуй с кем, полицейского? Похуй другом, блядь. Ты конченый, скажи? Короче, бзик... Подавайте жалобу на форум. Это все, что я могу сейчас сказать и сделать. Да, не, ну смотри. Снимут отсюда, нет? За что меня снимать? Не, ну просто смотри, админ. Возможно, вот давай хорошо, ты рассудишь. Вот. Давай ты рассудишь. Почему свою жалобу разобрал? Это разве возможно на проекте свою жалобу разбирать? Свою же жалобу разбирать абсолютно вообще никому нельзя. Ну а че он свою жалобу начал разбирать? Скажи мне. Я чё знаю. Я у них уже всё спросил, а они сказали подавать жалобу на фоду. Не, ну вот. Смотри, админ, вот даже без для, дымки, типа. Для дымки интереса, нет. Чела обыскали, он с каким-то рандомным челом сидит в машине, и рандомный чел в его машине берет, оскорбляет полицейского. Я говорю, я ничего тут сделать не смогу, у меня... Нет, ты говорить я не можешь, что ли? Я могу сказать, чтобы вы подавали жалобу на фоду, и всё. Нет, просто ты сам вот представь, у тебя будет ситуация такая на жалобе. Я не знаю, так, да. Ну попробуйте. Понятно, меня админ не слушает. Да, ну пиздец вообще, это конченая тема какая-то. Ладно, я жалобу закрываю. Ну просто, что ты мог послушать ситуацию, искать свое мнение. Ну если ничего не можешь сделать, то закрывай. Иди нахуй, уёбищ. Я тебе зубы нахуй твои выбью, гнилые, кусок твари ебаной. Ты чё так уёбываешь, скажи мне? Так хочу. Ты только тут можешь уебываться? Да, только тут еще вопросы какие-то. А, ну понятно, очкошник ты ебаный, значит. Кфит только в игре может уебываться. Да соплей кровавый купил хочешь со мной похлестаться, пиздец. Теперь купил, да. А ты себе не можешь позволить админку? Я себе могу позволить админку, но зачем она мне нужна? Зачем она мне нужна? Ну закрой ебало тогда все. Что ты ноешь? Попуск ебаный. Попуск. Ну в смысле, ты жалобу подал? Тебя на жалобе послали на форум. Ты вместо того, чтобы подать на форум что-то рассказать, собрать доказательства какие-то, ты сидишь мне тут плачешь, блядь, о том, что я якобы какой-то очкошник, блядь. Ты что, со мной подраться в жизни хочешь до кровавых соплей? Или что? Конечно, кайф есть такой большой. Кайф есть такой большой. Ну пойди захуярь какого-нибудь чела прохожего. Пойди заебашь. В отделе расскажет, что меня в игре попустили, блять, я пошел всех хуярить, кто мне вообще попадется под руку. Хорошо. Ножницы разрежут нитки швовый гипс. Класс. Руки снова схватят микрофон. Класс. Каждое слово снова точно в цель. Класс. И снова правда будет резать тебя в маске на раз. Мораль всей власти такова. Если ты мудак, не надо думать, что я